Одна из отличительных особенностей голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации – возможность сделать свой выбор заранее. Многие ульяновцы так и делают. На сегодня в области работают 988 участков для голосования. За первые 4 дня голосования, по данным избиркома, участие в нем приняли почти 30% избирателей. У каждого человека, пришедшего на участок, измеряют температуру. Также каждый обязан обработать руки антисептиком. Для большей безопасности избирателям выдают маску, перчатки, а также индивидуальную ручку для заполнения бюллетеня. Конституция – это наш основной закон, или, как говорят, говорить правильно, нормативно-правовой акт, главный нормативно-правовой акт нашей страны. И очень приятно осознавать, что это не догма, что это развивающийся закон, поэтому очень отрадно понимать, что мы можем внести в наш основной закон поправки, которые продиктованы временем. На участках голосования все организовано с максимальным соблюдением мер безопасности. Члены участковых комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками и защитными экранами. За обеспечением легитимности и безопасности процесса, в том числе во время голосования на дому и придомовых территориях, следят общественные наблюдатели. Я впервые являюсь общественным наблюдателем. Для меня это очень ответственно, особенно в такие моменты, когда такие важные решения для страны принимаются. У нас на участке работают 6 общественных наблюдателей. В наши обязанности входит наблюдение за организацией процесса голосования, за подсчетом голосов, для того, чтобы все было прозрачно, доступно, открыто, законодательно правильно. Всего по региону процесс голосования контролирует более 4500 наблюдателей. Как наблюдатель я смотрю, во-первых, за соблюдение эпидемических требований Роспотребнадзора. Второе, за процессом самого голосования, чтобы соблюдалась гласность и достоверность. И для того, чтобы, если нужно, объяснять людям, если какие-то поднимаются вопросы. Напомним, общероссийское голосование по поправкам Конституции Российской Федерации проходит по 1 июля включительно. Этот день для удобства граждан объявлен нерабочим. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.